Всем привет! Вот такая красотка появилась у меня сегодня в доме. Была я сегодня в Леруа, в Саранске. Выбора практически нет. Хотя должен быть был завоз. Ну, из всех тех, что было, я выбрала вот это. Ну, я не жалею, мне очень понравилась эта орхидея, этот сорт. У нее такая красивая желтая губа. Крапушку. Вот какая. Розетка хорошая. Тургор. Как всегда. И корни вот такие. Вот единственное, что, как я говорила, в Леруа заливают орхидеи. Привезла я ее на свой страх и риск. Немножко отогребла грунт. Вижу, он влагоемкий. Но вот сейчас она у меня пока просушивается. Потом посмотрю. Может быть, если верх быстро не просохнет, может быть, я ее даже достану. Посмотрю, чтобы торфяной горшочек оттуда убрать и ее немножко просушить. Ну, в общем, вот такая вот красотка. Девчонки, называется как? Я помню, недавно кто-то покупал у нас. Видела я на канале. Кто-то именно в Леруа, по-моему, такую брал орхидею. По-моему, Люда, что ли, брала. Ну, в общем, если кто увидит, может, кто название знает, как ее зовут, скажете. Ну, вот камера все равно не показывает. Сейчас она с подсветкой. Без подсветки она такая более ярче. Ну вот, год только начался, а мы уже опять начинаем покупать орхидеи. Ну вот и все. Всем пока-пока.